Девочки, всем привет! У нас будет косметичка, посвященная зиме, морозу. И я представляла себе, когда ее собирала, холодные такие фиолетовые макияжи с холодными хайлайтерами. Как вы знаете, блеск такой холодный снежинок. Понравится такая косметичка девушкам такого холодного цвета типа, бледнокожим. Кто любит помаду пыльные розы, фиолетовые тени, я старалась сегодня для вас подобрать интересные средства. И давайте начинать смотреть. Для лица будет все то же самое. Мой бибишка белорусский закончился. И базу я продолжу вот эту Хани использовать. Очень вам ее советую. Она осветляет действительно кожу. Можно ее носить как тональник. Она, конечно, светлая, нет у нее желтинки, ничего, но выравнивает очень, перекрывает покраснение. И это не то же самое, что крем с SPF. То есть крем с SPF разносишь, ничего он не перекрывает. Я сегодня пробовала. А вот этот именно такой что-то между базой и бибишкой. Как-то вот так вот получается. Как раз на зиму хорошо, довольно плотноватый крем. Из тональников будет Катрис. Я его вам уже показывала, он довольно плотный. Матовый, густой такой вот, с хорошим, очень с хорошим перекрытием. На зиму очень хорошо, летом, наверное, многим покажется сильно плотным он. Кто любит хорошее перекрытие, это вот прям вам, девочки, такой крем плотненький. И полегче вариант, полегче, пожиже, это Faberlic. Я не знаю, есть он сейчас, нет. Не буду я номеров никаких говорить. Он более тоненько ложится. Такой какой-то более дышащий, что ли, вариант. Два у меня будет тональника. Теперь пудры. Пудры у меня малыши мои. Это типа хайлайтер, такая сияющая пудра. Очень тоненький здесь помол, и ее можно как хайлайтер или как пудру использовать спокойно, корейский. И малютка такая от марки Jacobs, это матовая пудра. Она очень хорошо блюрит. Такая вот. Ну, мне нужно не каждый день пудру, я поэтому много не набираю. Вот это прям хватит, я не знаю, на пятилетку, наверное, пудры. Для бровей у меня будет чуть-чуть новенького, потому что мое, то, что было в использовании, мне кажется, гель вот этот уже все. Он, конечно, еще здесь виден, как бы есть, но брови уже практически не красят. Мне кажется, надо уже расставаться. Есть на замену у меня от Faberlic, чуть темнее, но я сейчас попробовала хорошо на этих, на бровях он прям виден, красит, действительно. Хотя кисточка, кажется, тоже какая-то полусухая. И также буду карандашом продолжать пользоваться от Litoile. И есть Vivienne Sabot в 4 номере. Это для более тоненьких линий. Он сам тонкий, грифель у карандаша. Такой какой-то сероватый цвет, 0,4. Для глаз, так как у нас макияжи цветные, я подобрала тоже холодные карандаши. Естественно, Maybelline коричневый 910 никуда не денется. Это у меня бессменный карандаш, и всегда я им пользуюсь. И еще у меня вот такие будут. Давайте для губ, для глаз сразу все посмотрим карандашики. Для глаз вот такой 02, называется Sapphire Essence. Он синий-черный. Здесь есть синяя такая прожилочка. Блесточки, может, синие. Вот такой голубой от Gauche карандаш. Интересный. Такой прям зимний-зимний. Синенький от Essence Long Lasting в оттенке 09 Cooldown. Тоже хороший карандашик. Такой голубой. Он какой красивый. Синий-голубой. Жирные такие. От Revolution синий карандаш. Он вот такой. Не такой, как нарисован. Жалко, да? Он более светлый.
Карандашик от Oriflame. Синий, темный. И три карандаша для губ. Один карандаш это из Look Fantastic 0,80. Взяла, девочки, вот просто по крышечке, вот по холодной ориентировалась. Два карандаша от Ламель. Шикарные, очень вам рекомендую. 0,1 оттенок. Они как помада, они мягкие, просто сливочные. 0,1. И еще 0,7. Не знаю, насколько они холодные, но мне кажется, они все равно универсальные. 0,1 и 0,7. Вот такие карандаши. Все, я их стираю. Сейчас я вам покажу две своих любимых туши. Хотя открыто сейчас у меня 9 туши, представляете? 9. И только одна хорошая. И это будет новинка от Faberlic. Вот такая тушь Click and Go, она называется. Она открывается вот таким щелчком. Вот здесь кисточка средняя, не силиконовая. Реснички делает хорошие, длинные. Кто любит удлинение, вам очень рекомендую. Туши здесь много, она густая. Но не делает паучьи лапки, то есть все хорошо в этом плане. И до этого, как я вот эту купила, у меня была вот такая от Oriflame, нерастекаемая под дождем. Но она как-то, как будто ее мало очень. Она хорошо приподнимает за счет того, что маленькая. Красит уже плоховато. Лучший результат на базе это Велин. Одна как-то не дотягивает. Такое впечатление, что до конца месяца и пока, я ей скажу. Так, для лица у меня будет только одна палеточка. Я решила сильно на контурировании не останавливаться много. Взяла вот такую вот палетку. Она универсальная. Здесь есть все. И холодненькие румяна. И чуть теплее. Есть вот такие вот поярче. И скульптор, бронзер. И даже хайлайтер. Но мы хайлайтер не будем трогать. Он здесь, кстати, не важный. Вот это все какое-то матовое, мягкое. А хайлайтер какое-то слабое звено, я бы так сказала. Вот такие оттенки. Хорошее качество, девочки. Если со скидкой в улыбке ее увидите, берите. Она очень удобная носить в косметичке, потому что все есть. Хайлайтер, ну им можно пользоваться, но он так себе. Даже может как сияющая пудра кому-то сгодится. Вот. Она есть в другом еще варианте. Это у меня оттенок 1. А там есть вторая. Можно будет в улыбке купить, например, в скидочные дни, чтобы подешевле было. Она в районе 360 рублей стоит. Румяна тоже розовенькие у меня. Вот такие симпатяшки от Catrice в номере 020. Нежные такие, прям принежные. Смотрите, какая прелесть. Вот такие. И еще розовенькие, красивые очень. Это Revolution. Оттенок вот так называется. И давайте все сразу посмотрим. Не будем сердечко делить на две части, как можно по отдельности их делать. Вот так вот получается. Тоже утренняя такая свежесть. Холодноватенький оттенок. Супер просто. Так. Еще у меня есть такая красота, тоже от Revolution. Они, конечно, гении маркетинга там работают, ничего не скажешь. Вот такая вот клубника. Это хайлайтер. Скорее, это хайлайтер, да. Уж потому что уж очень сияние нереальное какое-то. Вот. Тоже красиво, да? Огромная, огромная. Здесь сколько грамм? 15 грамм. Представляете, такой хайлайтер. Еще немного имеет какой-то привкус вкусный. И еще у меня есть из хайлайтеров вот такая палетка шикарная. Здесь, смотрите, на зимние макияжи вот такой вот хайлайтер фиолетовый. Какой же он красивый. Он прям холодный-прихолодный. Смотрите на него. Он в синий-то не отдает, естественно. Ну, скорее как вот холодно-белый, холодно-белый. А также здесь вот такой розоватый есть. Ой, девочки, прям в розовый уходит. Как показать так?
Видно, не видно. Прям в розовый уходит. И из холодных что? Вот этот белый. Ну, он бело-желтый какой-то, да? Бело-желтый. Скорее, да. Ну, все, наверное. Вот я из-за вот этого в основном палеточку эту взяла. Будем пробовать, как это будет все сочетаться вместе. Теперь покажу вам однушечки, тоже такие симпатичные, как раз вот к нашей теме подходящие. Такая однушка от ColourPop, оттенок RM называется. Суперский оттенок. Такие глиттеры голубовато-белые. Ой, как красиво, девочки. Немножко в сиреневый отливает. О, как оттенок вообще шикарный. Не люблю вот эти однушки от ColourPop. Они у меня прям часто на столике лежат. Особенно вот этот универсальный оттенок Paisley. Здесь белые хлопья, такие глиттеры белые, они подходят почти на любые тени хорошо. Вот так вот. Еще вот такая есть у меня сиреневая однушечка. Такие украшалочки. И последняя. Тоже очень мне нравится она. Прям красотень. Такие топперы прям обалденные. Девочки, вы знаете на это. Пальцы влажноватые. И прям как приклеивается. Потому что салфетки вытираешь без конца. Прям вот загляденье. Так, ну что, давайте тогда помаду напоследок оставим. Раз я уже с теней-то начала. Хочу вам показать еще две симпатичных палеточки. Начну я с маленькой. Вот такая милая булочка у меня есть. Просто прелесть. Называется она вот так вот. Berry Jam. Это мягкая такая. Вот такие здесь оттенки. Давайте на них посмотрим. Все тоже в такой вот в гамме. Я одно время очень любила фиолетовые тени. У меня прям любимый оттенок был. Везде я, где не увижу, я их скупала прям первым делом. Потом как-то немножко остыла, перекинулась на нюд. Сейчас у меня нюд. Так. Вот такие вот цвета. И еще у меня есть большая красивая палеточка. Это от Urban Decay. Недавно совсем я ее купила. Ультравайолет она называется. Красивая палеточка. Должна сказать, все-таки Urban Decay не стал моим брендом. Вот бывает прям... Что-то покупаешь и понимаешь, вот мое. У меня такая с Анастасией было. Huda тоже мне нравится. Как-то мои бренды. Шарлотта понравилась. Хотя не хотела я с ней связываться. Уже очень дорого.
мало как бы оттенков. А вот здесь как-то суховато, что ли. Хотя Том Форд тоже сухой. Ну, не знаю, девочки, чем объяснить. Как-то не, любви такой вот не проснулась. Хотя нравится, как на глазах тоже красиво смотрится. Давайте я вам покажу вот этот оттеночек. Он очень здесь самый, по-моему, привлекательный. Он приливается, как вот, как я все время говорю, спинка у жука. Каким-то зеленовато-перламутровым сиянием, что ли. Вот так вот не видно, а вот так, смотрите, как сверкает. Он самый привлекательный. Его в уголок глаза или как топер. Так нету, так есть. Очень красивые. Вот эти оттенки тоже интересные. Вот этот вот с каким-то маленькими блесточками тоже очень удачный рефил. Вот этот. Фиолетовые вообще тяжелые, я хочу сказать. Вот всегда они удаются прям вот как-то через раз. Их труднее сделать, что ли. Хорошо коричневые, золотые, бронзовые получаются. Оттенок он берет только за счет своих блестяшек, а так он, в общем-то, в грязь умеет уходить, видите? Самый темный это коричневый. Хорошая все равно палетка, хорошая здесь можно такие макияжи делать, даже не уходя в фиолетовый, то есть вот эту часть бери, коричневый бери. Ну и вот этот даже для украшений. И не будет холодных вот этих макияжей. Давайте этот розовый еще покажу. Да, довольно тени суховато для такой цены, для такого бренда люксового. Все-таки что-то не то. Она, говорю, вот эта палетка, она еще как-то... Ее вроде ругали даже блогеры. Она взяла еще вот как-то лояльное отношение у меня к ней. Вот за счет вот этого рефила. Они очень красивые, но коричневые, само собой. Вот этот с приливашками, это тоже с приливашками. Я, в общем-то, люблю, где поблескивает хоть что-то. Смотрится все равно красиво. Поэтому многие блогеры говорят, я на продажу пойдет. Я как-то вот не хочу продавать. Плюс у меня от этого бренда ничего нету больше. Думаю, ну пускай останется. Пускай останется для коллекции. Так, ну все, я удаляю. Вот эти блесточки очень красивые. И давайте помадки посмотрим. Они тоже такие розоватенькие, даже и сиреневые есть. Косметичка, думала, будет слишком длинная. Я много как-то набирала-набирала, но смотрю по времени, мы с вами довольно быстро и хорошо продвигаемся. Помадки я тоже не скромничала, набрала. Начну, наверное, с самой такой вот для меня... странный. Это такая помадка от Maybelline, 178 номер. Она имеет как будто бы перламутр. То есть сейчас это, ну, совсем не модно, не актуально. И я думаю, может, она как-то пойдет вот под эти макияжи попробовать ее. Они не сильно видны, но она все равно как будто перламутровая. У нее приятная отдушка, мне прям вот нравится. Я Maybelline тоже люблю помадки. Меньше, чем L'Oreal. На втором месте, наверное. Нет, на третьем. На втором у меня, наверное, Faberlic. В общем, нравятся они мне. Но перламутр как-то очень ретро. Очень ретро. Вот не путать вот с такими блесками, девочки. Вот эти блески я прям обожаю. Все-таки вот это для меня какое-то старперство, простите за выражение, а вот это вот очень нравится. Так, блеск в номере 15 Essence. Обожаю эти блески. Смотрите, какой он красивый. И можно сверхпомады отдельно носить, как вам нравится. Так, холодный вот какой. Все, мы продолжаем в этом же духе. Еще у меня есть такая вот от Maybelline помадка в 95-м оттенке. Я одно время такие помадки так любила. Прям мне девочки писали, ой, как вам красиво. Сейчас что-то мне кажется, что ну как-то это немножко перебор.
Тоже вкусно очень пахнет. Вкусно, она стойкая. Сначала вроде как губы липнут, ну, друг к другу. Но она вот прям как железобетонная. Вот на нее, наверное, блеск хорошо вот наносить, и будет не так темно. Точно. Еще у меня есть холодная такая помада в оттенке Memory. Это Revolution, тоже плотная, она застывает. Но это уже хороший носибельный такой цвет. Мне нравится, как она так тоненько и красиво ложится. Без проплешек. Хорошая помадка. Но тоже застынет, может у кого губы суховатые, может тянуть. Поэтому надо будет как-то увлажнять. 10-й оттенок из этой же серии, но только уже светло-розовый такой. Ой, какая красивая. Какая она красивая, густая какая, девочки. Посмотрите, как здорово. Ой, что-то я эти помадки забросила. Они так приятно пахнут. Они так приятно пахнут. Иногда вот возьмешь для косметички и потом удивляешься, сколько красоты у тебя есть, оказывается. А ты и не подозревал, да? Сегодня у нас день Maybelline. Бывает у меня день подарка, сегодня день Maybelline. 25-й номер. Прям такая Берри-Берри. Такая интересная помадка. Тоже держу просто в коллекции, потому что оттенок очень редкий. И ее не выбрасываю. Конкретно фиолетовые, наверное, уже кончились, девочки. Теперь помадка в оттенке цветущий клевер 35-170 Oriflame. Очень советую, кто холодные помадки любит. Очень красивая, очень. Смотрите, какая. Тоже вкусно пахнет. Все время ее нюхаю. Мне нравится. Catrice Demi Matte 100. Светленькая, красивая помадка. От Faberlic матовые помадки 4464. Мне кажется, она тоже холодненькая такая. Ага. Яркая довольно-таки. Из этой же линейки 400-461. Это уже более розовая, посветлее. Ой, какие же хорошие тоже помадки вот эти. У меня есть вот такая вот помадка в оттенке 07 Essence. Так, куда бы нам ее? Вот сюда, да? Я не знаю, насколько она холодная, но колпачок был такой вот, девочки. Ну, в общем, вот. Вот такая. Как-то в теплинку, что ли, уходит, да? Непонятно. Еще 08 Ultra Last. Тоже Essence. Это хорошая розовая. Помадки эти плотные, упругие и долгоиграющие. Прям ее закончить очень тяжело. Еще одна от Maybelline. 15-й номер. Ой, какая красивая. Смотрите, девочки, кто любит холодные помады. Конечно, красота. Плотная такая, матовая. Яркая она довольно-таки. Ой, сколько помад набрала я. И последняя помадка, она от Oriflame. Номер ее 32-322. О, я, конечно, такой не крашусь, но мне очень она идет. Тоже вот не выкидываю, как уникальный оттенок в коллекции, как вот этот вот. Носить неудобно, но иногда вот прям хочется, знаете, чтобы такой оттенок был. Увидишь когда где-нибудь, вот у других девочек, думаешь, хочу такое, а тут у тебя раз и есть. Поэтому я вот не выкидываю. Даже если я не пользуюсь часто, все равно вот в коллекции, как у маньяка косметического, мне надо, чтобы было. Вот, девочки, такая косметичка. У нас она новогодняя. Нет, не новогодняя. У нас еще будет к Новому году косметичка, которая будет что-то я хочу такое
сияющее, праздничное, типа глиттер, ну, что-то такое максимально нарядно красивое. Постараюсь в эту косметичку я собрать. Это будет последняя в декабре в этом году косметичка. Обязательно мы ее с вами посмотрим. А это такая как бы подготовка к Новому году. Да, тренировка, подготовка. То есть вот зима, холодные макияжи, фиолетовые цвета, вот такие хайлайтеры. Когда же нам еще их использовать, как не сейчас? Погода у нас прям зимняя-зимняя. Сегодня с утра было минус 10. Мы с дочкой вышли в садик. Холодно, темно. Ой. Все, девочки, благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Инстаграм. Там я тоже стараюсь что-то показывать интересненькое для вас. Показываю макияжи, покупочки, которые не входят в видео на канале. Такое часто бывает. Я желаю вам хорошей недели, хорошего дня, хорошего настроения. И до скорых встреч. Пока-пока.